Не забудьте посмотреть то, что заявил мой коллега Жанны Фледриан, министр иностранных дел Франции, когда он, так знаете, он сейчас очень любит горцевать. Франциялы сиясетчилер хорузланывар. РИА Новости Астинадла хабар верир ки, буну Русиянын Харичи Ишлер Назири Сергей Лавров франциялы сиясетчилерин Русия иле баглы бэнатларыны шарх эдерген билдирип. Белэ десей, хоруз Франциянын милли символду. Она гёре дэ, чок тез-тез хорузланывар дэя, Лавров yerli ve harici medyaya müsahibəsində. Не забудьте посмотреть то, что заявил мой коллега Жанны Фледриан, министр иностранных дел Франции, когда он, так знаете, он сейчас очень любит горцевать. Ну, петух у французов, национальный, так сказать, символ. Вот так петушатся они очень часто. И он заявил в очередном, значит, сеансе общения с миром, что Путин должен помнить, что у Франции тоже есть ядерное оружие. Это же не я говорю, это же и не Путин говорит, это они все стали. И потом, когда госпожа Трасс, недавно назначенная на пост руководителя Foreign Office, заявила, что она готова к конфликту между НАТО и Россией.